Минувшие выходные выдались неспокойными. На территории Лидского района произошло два ДТП с участием велосипедистов, в которых пострадали два человека. На 15-м километре автодороги Липнишки-Лида водитель электровелосипеда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом МАЗ. 28 июля на перекрестке дороги Гуды-Верхлида с улицей Старой в деревне Верхлида водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги. По факту дорожно-транспортных происшествий назначена проверка. За прошедшие выходные дни на территории Лидского региона произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в которых два человека пострадало. Так, 27 июля около 8 часов 5 минут на 15-м километре автодороги Липнишки-Лида 46-летний мужчина, управляя электровелосипедом, двигался по краю проезжей части дороги, правой полосы в направлении города Лида. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом МАЗ под управлением 56-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка. 28 июля в 9 часов 20 минут на перекрестке автодороги Гуды-Верхлида с улицей Старой в деревне Верхлида 61-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигаясь со стороны деревни Спорковщизна в направлении деревни Гуды, совершил наезд на 62-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем или очевидцем данных дорожно-транспортных происшествий, просьба об этом сообщить по телефонам 65 50 12 или 102. Уважаемые велосипедисты, управляя велосипедом, постоянно проявляйте внимательность и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Пренебрежение ими может обернуться трагическими последствиями. Уважаемые водители, если вы видите на дороге пешехода либо велосипедиста, снижайте скорость и будьте бдительны при разъезде с ними. Их движение может быть непредсказуемым.